Добрый день, коллеги. Сегодня мы начинаем блог и знакомство с продуктами компании Yoafarm, которые относятся к группе собственной торговой марки компании Yoafarm. И первый продукт, с которым мы познакомимся сегодня, это сорбент интенсив. Активным веществом является активированный уголь, но это не спрессованная таблетка, как мы привыкли видеть ее обычно, а это микронизированная формула в капсуле в дозировке 250 мг. В упаковке 20 капсул, которых хватает на курс приема. Данный препарат отмечается высокодисперсным сырьем. Это значит, что он обладает сильным адсорбирующей активностью и связывает различные токсические вещества, не всасываясь в кишечнике, что оказывает безопасным прием этого препарата. Сорбент интенсив является прекрасным аналогом любого другого сорбента, поскольку одна капсула данного препарата равносильно 40 таблеткам обычного активированного угля, что улучшает прием для человека и делает его достаточно простым. Какие же преимущества данного препарата? Первое основное – это высокая дисперсность сырья. Она равна 225 мг на метр квадратный. Доступнее любого другого сорбента, ценовая политика достаточно привлекательная. Одна капсула равна 40 таблеткам обычного активированного угля. Соответственно, это удобный препарат в приеме. Кому же стоит порекомендовать сорбенты? Сорбенты необходимо пропивать при сильных интоксикациях во время приема лекарственных препаратов. Также сорбенты рекомендуются при бактериальных заболеваниях или отравлениях, то есть поступлении токсических веществ с пищей. Также сорбенты можно рекомендовать в приеме при таких синдромах, как диарея, диспепсия, вздутие, отрыжка, постоянные боли в животе. И одна из основных групп также для приема сорбента – это являются аллергические заболевания, поскольку данное сырье может способно выводить аллергены из крови. Будьте здоровы, лечитесь правильно с продуктами компании Yoafarm.